друзья, экстренный выпуск. В каких случаях мы кричим «СОС»? Ребята, тогда, когда руки просто не падают, а хватаются вверх, взлетают вверх и хватаются за голову. Потому что, увидев вот такого окровавленного малыша, ребята, уверены, вы бы также схватились за голову и не знали бы, куда бежать и за что хвататься. Я вообще не представляю, как эти дети переносят эту боль. И почему они переносят ее молча, ребят? Ведь никакой человек, даже здоровенный мужик, не сможет ее терпеть. Он будет орать в голос. А эти дети, они молчат. Они молчат. И только ждут от нас с вашим... нашей помощи, ребята. Простите, я очень волнуюсь, потому что это страшно. Ну, страшно увидеть вот такого ребенка в крови с изжеванной и оторванной лапой. А ведь оно малюсенькое, ребят. Ребенок. Если перевести в человеческий эквивалент времени, да, ребята, ему же лет 5-6, не больше. По меркам. А то и меньше, ребята. По меркам наших детей. И это дитё просто смотрит, глазёнки вытаращив, и всё. Это же страшно, ребята, это настолько страшно. Без нас он обречён на смерть. И только мы с вами можем спасти ему жизнь. И облегчить его страдания, и убрать его боль. И согреть его, и защитить. Вам решать, ребята, а я кричу, ребята. Кричу во всю глотку, кричу, ребята. Я кричу: «СОС, помогите!» И скорее бы уже кончился этот чертов старый высокосный год. И я очень надеюсь, что он скорее закончится. Я молю Бога не допустить больше крови и боли. Я так хочу встретить Новый год, чтобы не было в нем боли. Ребята, помогите нам, пожалуйста.